сегодня души далеко не каждого россиянина по силам назвать свою родину Святую Русью. Но православная вера неустанно напоминает нам, что истинное богатство России – ее святые. Этого святого называют великим игуменом русской земли. Его имя призывают так же, как покровителя учащихся и студентов – святой преподобный Сергий Радонежский. Необычными, словно озаренными силой небес, были его рождение, детство, юность. 14 век. Ростов Великий. Недалеко от него находилось большое селение Варница, где в семье бояр Кирилла и Марии родился мальчик под именем Варфоломей. В самой Варнице сегодня установлена часовня на месте, где находился дом знатных ростовских бояр и где провел свое детство 15 лет будущий заступник земли русской. Еще до рождения родители поняли, мальчик будет непростым человеком. Однажды во время службы еще находившийся в чреве матери ребенок трижды огласил храм своим криком. Это чудо произошло в этой самой церкви, только раньше она была деревянной. Позднее младенец по постным дням, средам и пятницам отказывался вкушать молоко. Здесь же, в ростовских землях, произошло еще одно диво – явление ангела отроку Варфоломею в виде монаха. Чуть позже, в 15 веке, на родине Сергия будет основан великолепный Троицкий Варницкий монастырь. После революции он будет совершенно разрушен. В 12 километрах от Радонежа с братом Стефаном святой Сергий основал пустынь. Через несколько лет на святом месте вырос монастырь в честь Святой Троицы, игуменом которого стал Сергий Радонежский. Сегодня Троица Сергиева Лавра – главная обитель страны. Находится она в 60 километрах от Москвы. Мощи Сергия были обретены в 1391 году нетленными, и одежда его не пострадала. Святой преподобный Сергий Радонежский исцелял больных, изгонял бесов. Недалеко от монастыря бьет с горы чудотворный источник. По преданию, он возник во время горячей молитвы преподобного Сергия. Первым случаем в русской святости по житиям святых было также явление преподобному Сергию Пресвятой Богородицы с апостолами Петром и Иоанном. Ученики Сергия Радонежского ближайшие полтора века основали больше половины монастырей на Руси. Поэтому его называют учителем русского монашества и пастырем пастырей, так как многие из учеников его стали впоследствии великими иерархами церкви. В каждом российском храме и в каждой православной семье есть сегодня святой образ преподобного Сергия. В Благовещенском кафедральном соборе находится великая святыня рядом с чудотворным образом Албазинской Божьей Матери. Часть мощей преподобного, доставленная в сокровищницу святынь Благовещенской епархии преосвященнейшим епископом Лукианом. Православные знают, что часть мощей святого – это присутствие его самого. Святому преподобному Сергию молится за все нужды – и за охрану Отечества, и об исцелении от лютых болезней, а студенты, школьники и их родители – за помощь в учебном процессе. Святой Отче Сергий, моли Бога о нас. Великому заступнику земли русской, святому преподобному Сергию, посвящено немало приходов и храмов России. Есть названный в честь него храм и в Преамурье. Находится он в селе Тамбовка. И выстраданную историю его становления помнят первые прихожане. Все начиналось с нуля. Тут и холод был. На улице молитвы служились. Это невозможно. Вы в это не поверите. Что происходило под дождем, это было очень прекрасно. Во дворе стройка шла. Создался храм. Потом мы не верили, что храм не создается, но он создался. А когда зашли в храм, пролились горькие слезы. Потом началось служение прекрасное. Тут всякие священники служили у нас.
отец Олег, потом отец Александр, потом отец Виктор вел, устраивался этот храм, обновлял его, лечил его от грибка. А с этих насекомых от мышь, тот холод какой был, потом печку создавали, печка топилась, чтобы мы не замерзли, не застыли, не заболели ничем никак. Но мы выстояли эту тяжесть, все эти мучения, страдания, горе. Мы выдержали, как воины во Христе. Тогда, в 1988 году, местные власти передали православным верующим участок земли почти в 1,5 гектара и полуразрушенное здание бывшей конторы пожарной части. Так начинались многие приходы. Являюсь настоятелем с прошлого года по благословению Преосвященнейшего Владыки Лукиана, с Благовещения Пресвятой Богородицы, я здесь настоятельствую. Вот уже 2-й год. Ну, что за год? Я... Пока рассказать особо-то и нечего, что я сделал тут или что-то, какие-то выводы делать. Ну вот мы Божьей милостью начали в этом году стройку православного нового храма у нас. Сменялись настоятели, отец Олег, отец Виктор, сегодня вот отец Александр, но неизменным оставался контингент верных прихожан. Новые жители села легко вливаются в общину и способствуют ее подъему и сплочению. В настоящее время, конечно, всем понятно, людям в России, что православная церковь – это то, что необходимо, и то, что спасает и людей, и спасает души человеческие, и помогает жить. В настоящее время у нас вот приход в честь святого преподобного Сергия Радонежского. В этом году мы отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия. Эта фигура, конечно, не только для православных людей очень важная, но и для всех русских людей, потому что это историческая личность, сыгравшая огромную роль в становлении нашей страны и когда-то сплотившая всю страну перед лицом врага. И сейчас, как никогда, вот память Сергия Радонежского, его пример для нас очень важен. Сегодня Светлана – помощник священника, что раньше называлось староста. Поет на клиросе, организует работу воскресной школы, которая в Тамбовке создана совсем недавно, в марте текущего года. Сейчас у нас идет подготовка полным ходом к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. 19 июня у нас будет престольный праздник, будет служиться литургия, к нам в гости приедут паломники. Так что мы всех приглашаем, всех прихожан, всех православных. Все любят преподобного Сергия Радонежского, все прекрасно понимают, что это за человек, какую величайшую роль он сыграл в истории России. Поэтому, я думаю, все будут очень рады почтить его память, приехать, послужить вместе с нами. Так что, пожалуйста, приезжайте. Скоро над Тамбовкой засверкают купола еще одного храма. По благословению также Владыки мы здесь начинаем строить храм. Уже первый этап строительства у нас идет вовсю. Заливаем фундамент. У нас все это находится все на одной улице. Наша улица тут одна центральная. Здесь же находится дом священника, здесь православный храм, ныне действующий, и здесь же новый строящийся храм. Он находится за сельской администрацией. Место такое живописное и очень такое хорошее. Казалось бы, для 10 тысяч жителей села община в 50 человек весьма невелика. Зачем же еще один храм? Храм строить всегда целесообразно. Тем более, это храм будет типовой, новый, каменный, не сделанный, вот как вот у нас этот храм был из пожарной части построен. То есть храм, он когда будет возвышаться, он будет таким красавцем в Тамбовке, он будет людей привлекать к себе. Даже люди, которые вот, может, даже сюда не ходят, они вот просто увидят храм и придут туда, даже где-то вот что-то их вот сподвигнет. Это же ведь не все просто так, вот именно промыслительно, с Божьей такой помощью. Как всегда, всем миром воздвигается сегодня храм в Тамбовке. Жертвуют прихожане, все люди доброй воли, меценаты, за что низкий им поклон. А то, что наречен храм будет в честь святого преподобного Александра Свирского, неудивительно. Ведь на Амурской земле находится сегодня частица мощей обоих святых, которым при жизни были даны чудесные явления. Святому Сергию – явление Богородицы с апостолами Петром и Иоанном, а святому преподобному Александру – явление Святой Троицы. Так что селу Тамбовка духовного расцвета под благодатным покровом двух великих русских святых.